palju veel mitmeid mul ütle käuke kas tead linnades mul liikuda või välja teel kivina vees olla või täheks taevas kuis peab Päev taeva lael, mind vaata, kas näed? Su palges ei saanud rusikais käed. Jahtunud raud taas ääsi levi. Уважаемые жители Таллина, эстоноземельцы, граждане России, сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения эстонской столицы от фашистских захватчиков. Освобождению Таллина предшествовали кровопролитные бои на северо-востоке и юге Эстонии. И мы вспоминаем всех тех, кто прошел эту войну, чудом остался жив, но и тех, кто ценой собственной жизни завоевал свободу нынешнего поколения эстоноземельцев. К сожалению, все чаще мы сталкиваемся с попытками фальсификации истории, предания забвению героя воинов-освободителей. Но все эти попытки, они безнравственны и бесперспективны. Мы, благодарные потомки, будем помнить подвиг героев вечно. Спасибо и вам большое. Сегодня 79-я годовщина освобождения Таллина от немецкой армии. Я прихожу сюда, но уже в печали. В печали, потому что очень мало остается участников войны, тружеников тыла. И сейчас уже наша организация из тысячных превратилась в несколько человек. У нас 57 человек осталось участников войны и 30 человек тружеников тыла. Но, несмотря на это, мы работу проводим большую. Мы сейчас готовимся уже к 80-летию снятия блокады. И в нашей организации живы еще 6 человек, которые награждены медалью за оборону Ленинграда. И я считаю, что это самое главное, это они снимали блокаду, это они выдерживали и голод, и холод, и копали окопы вокруг Ленинграда. Все делали наши участники войны. Ну что сказать, жаль, конечно, что мало остается, но у нас есть потомки, которые будут продолжать работу нашей организации, и они сейчас этим и занимаются, и подготовкой к этому мероприятию, к 80-летию. И я надеюсь, и очень на них надеялся Метелица Владимир Исаевич. Он даже обращение читал к ним, наказ давал, как работать, как себя вести, как помогать ветеранам войны. Это все было, это все есть, и все это удается делать. Вот так. Но я считаю, что это наш последний юбилей. И мы должны его провести достойно. Достойно. Потому что унывать не надо. Надо. Я, когда разговариваю с этими людьми, я всегда говорю, держитесь, держитесь, берегите себя до нашего мероприятия. Мы его проведем, и вы будете на нем присутствовать. Поэтому живите в радости, чтобы у вас хорошее было настроение, чтобы вы могли прийти. Мы все сделаем, чтобы
вас привезти. У нас потомки заедут за вами, привезут вас, вот, помогут подняться по лестнице. Мы делаем это все в малом зале. Вот так вот. Päev taeva lael, mind vaata, kas näed? Su palge seisan on rusikais käed. Jahtunud raud taas ääsi levi. La la.